городских лечебницах. Расскажем все о распорядке, о пустых хлебницах. Узнали запах девушек, девушки пахли молоком, а их глаза били в сердце строительным молотком. Где-то просыпались, что-то пили, ноги впереди мозгов, и много страшного встречалось по пути. Жетон метро обмяк и превратился в синюю бумажку. Перемены к лучшему, кладу в карман рубашки. Сколько вызовов светится на твоем телефоне, столько раз твое лицо всплывало в памяти знакомых. Видишь, тебя помнят и забывать не собираются. Японская девочка в салке с маньяком играется. В санке посадил ребенка, вспомнил, что сейчас лето. Посмеялись и пошли гулять в парк. В районе где-то 9 часов вечера я узнал, что мы никто. Так сказали в новостях, и мне вдруг стало легко. Мы проводили минимум ночь на крыше хрущевки, и страхи уходили прочь во время нашей ночевки. Даже если ни о чем эта жизнь была, то нужно вам сказать, я был счастлив, что мы жили так дружно. И вы останетесь нужными, и эта нужность не рассеется. Похлюпаем по лужам, после чаем согреемся. Мы провели максимум день, касаясь друг друга. А у меня впечатление на несколько жизней и ощущение, что мы две точки на одном круге, внутри мозаики из дней. И пока чувствую запахи молока и хлеба, я знаю, ты меня насытишь своим телом. Мы в ноябре на кровати в лечебнице уснем, проснемся от пения птиц в апреле. А на самом деле пройдет всего лишь 2 недели. И это будет волшебно, если это будет вообще.